Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире передача «Актуальное интервью». Я ее ведущий Петр Смирнов. А у меня в гостях Ульяна Скородумова, выпускница лицея номер 3 и член Совета юниоров «Росатом». Ульяна, здравствуй. Здравствуйте. Ульяна, я тебя давно знаю, ты у нас стажировалась на канале и давно слежу за твоей общественной деятельностью, потому что ты не только вот сейчас, да, выпустилась из третьего лицея, но и активно занималась в различных общественных движениях в городе. Вот если можно, немного поподробнее, с чего началась твоя, так сказать, карьера общественного деятеля? Я начала заниматься пионерской деятельностью впервые в 5 классе, и потом уже пошла по такой карьере активиста. Я волонтерила также в молодежном центре в организации Insight. Уже потом стала президентом городского совета старшеклассников «Статус». Была членом областного актива детских и молодежных общественных организаций Нижегородской области. И сейчас я в старших классах, в 10 классе, получается, вступила в совет юниоров «Росатома». В городе у нас я принимала участие как в организации мероприятий, так и в съемке каких-либо видеороликов, статьи писала также про самые важные акции. Вот. И сейчас я уже выпустилась из этого общественного движения, но думаю, что не заканчиваю, потому что очень хочется продолжить. У нас и в городе, и в других городах есть также волонтерские организации для студентов и, в принципе, молодежи 18+. Есть и различные общественные организации по направлениям патриотические, там, творческие, спортивные. И планирую плавно вот перетечь в другую просто сферу. Ну вот это желание, так сказать, с 5 класса, да, прийти в пионеры и там заниматься различной волонтерской деятельностью, оно спонтанно возникло или это просто, вот, как говорится, несло по реке жизни и так само собой получилось? В мои годы это было модно заниматься общественной деятельностью. Дети действительно тогда стремились попасть на сцену во дворе детского творчества и там провести мероприятия, стремились поучаствовать в акциях в разных школах. И даже была, возможно, какая-то конкуренция на это. И я сама очень сильно хотела, когда уже вступила в пионеры, вступила в 3 классе, вот в 5 я уже сама тоже захотела где-то начать светиться, себя показывать. И начала я тогда с журналистики, там я раскрылась и уже потом начала активно принимать участие и вот сформировалась как лидер. Вот журналистика это ты начала заниматься в какой-то медиашколе, получается, в кружке, будем говорить. Да. Да, в объединении в 6 классе я вступила в организацию «Серебряное перышко» Дворца детского творчества. И с 6 класса, наверное, вот по 9 мы занимались там журналистикой с Татьяной Борисовной Исаевой и ребятами, которые сейчас уже учатся в вузах профильных как раз-таки вот по направлению журналистики. И мы снимали видеоролики, репортажи, в основном это были они. И также я статьи на конкурсы писала, и как раз-таки вот грамоты, дипломы, победы в разных конкурсах позволили мне потом ездить в лагеря и там еще больше обучаться в журналистике. Это какие лагеря? Артек? Первый был лагерь, это «Лазурный», куда я прошла прям по направлению журналистика. И была я там по этому направлению 2 раза. И в «Орленке» я тоже была 2 раза. От школы «Росатома» занималась там тоже как раз-таки именно по медианаправлению. Насколько, кстати говоря, вот эта общественная жизнь помогает или, может быть, наоборот, мешает основной учебе вообще? Вот, то есть как здесь успехи? Я не буду прямо задавать вопрос, как сдала ЕГЭ, да, но я думаю, расскажешь. Все время в школе я была отличницей или хорошисткой. В 5 классе мне был похвальный лист, а в 6 уже там было несколько 4 году. А по итогу школы я закончила с медалью и получила высокие баллы за ЕГЭ. А общественная деятельность и все, что с этим связано, помогает освоить такой навык, как тайм-менеджмент, который необходим абсолютно каждому. Даже если управление временем. Да, и даже если мы возьмем среднестатистического школьника, пусть у него не будет никаких кружков, но если он не обладает этим навыком, имея в сутках очень много времени, он даже вот как бы при таких условиях может не справиться там банально с учебной нагрузкой. Вот. А за счет того, что я всем этим по жизни занималась, я как раз-таки научилась свою жизнь как пазл собирать, все везде успевать, там расставлять приоритеты, и поэтому у меня и получалось сохранять свою мотивацию к учебе и достигать чего-либо в общественной деятельности.
Насколько сейчас в городе для школьников, будем говорить, открыты двери для вот таких волонтерских и общественных движений? Насколько сейчас там вообще востребовано, есть ли там свободные места, будем говорить так? Как ты считаешь, это на твой личный взгляд? Сейчас очень много ребят, активистов выпускается. Был очень активный год, получается, мой 2005 год рождения. И дальше уже после нас эта тенденция быть активистами потихонечку спадала, и поэтому 100% сейчас эти вот свободные места, конечно, для ребят есть. Причем, например, пионерская организация уже с третьего класса начинает ребят принимать. И, наверное, вплоть до девятого там действительно можно и реализовываться. То есть даже если ребенок сейчас уже обучается в шестом-седьмом классе, у нас есть ребята, которые только в этом возрасте туда приходили и сейчас успели за год, за два вот полностью раскрыться как лидеры. А волонтерские организации города у нас есть как при школах, я знаю, так и при молодежном центре, например, и военно-патриотические организации у нас тоже есть, но они уже для ребят, наверное, постарше, 14+. Там вообще для любого возраста, там ограничений нет, потому что все-таки волонтерская работа, она, наверное, и не требует там, да, чтобы ребенок был такого-то возраста, а старше уже нельзя. Нет, там ребята и с родителями есть, инклюзивное волонтерство у нас в городе развитое, вот. Ну, что еще могу посоветовать, куда вступить? Советую вступить в сообщество юниоров. Росатом у нас в городе, он сейчас только зарождается. Это для ребят, которые и увлекаются математикой, физикой, химией, и для ребят, которые хотят себя раскрыть как лидеры, и для тех, кто хочет познакомиться поближе с госкорпорацией Росатом, возможно, рассматривает ее уже как будущее место работы. Ну, у нас традиционно, в основном, да, ребята так из нашего города, скорее всего, и нацелены на некое техническое образование, на будущее трудоустройство в каких-нибудь инженерных науках, в научной сфере, да, в IT в том же самом. И вот вопрос к юниорам. Как ты к ним пришла? Почему именно эта организация? И вообще, из чего она возникла? Потому что вот я, честно говоря, мне кажется, она совсем новая. То есть это что-то новое. Да, организация зародилась в 21-м году, но само движение юниоров, оно существует намного дольше. Очень странно, что до сырого информация о существовании такого движения дошла только, получается, в 22-м году, когда прислали на город приглашение, попросили вступить в совет активистов, и поэтому я и Артем Серов, мы подали туда свои документы, нас приняли, и мы начали там работать. Само движение юниоров, оно для ребят, наверное, класса 6-7, то есть там прямо сейчас, например, проходит у нас марафон онлайн-лаборатории, где ребята обучают различным профессиям Росатом, знакомят с ними. Там есть и программирование, есть и что-то связанное с химией, с биологией, есть медиа, и ребята спокойно, например, с этим сейчас знакомятся, занимаются. А если говорить про совет юниоров, у него деятельность немного другая, и в течение вот этих нескольких лет существования совета постоянно меняем свой ориентир, свое направление, подстраиваясь и по ценности Росатома, и под какие-то запросы. Сейчас мы с ребятами активно работаем над проектами, которые хотим реализовывать в городах. Также мы начали открывать филиалы нашего совета. Открыли уже в Сарове, Курчатове, Удомле, в Краснокаменске и в других местах. Вот. И эти советы в наших планах и уже даже на деле близко должны сотрудничать с предприятиями, помогать друг другу и как раз-таки быть связующим звеном между там школьниками, да, и Росатом в городах. То есть это такая глобальная задача, нацеленная на воспитание будущих сотрудников, да, уже со школьной скамьи, там, начиная там, с 6-7 класса. Ну, нет прям прямой пропаганды, что вот если вы выступаете в совет, вы обязаны там Росатами работать и так далее. Понятно, естественно, да. Нет, не будет. Это, причем вообще даже это как-то мы со взрослыми, то есть ребятами, которые уже студенты, которые, например, получили целевой от Росатома и вступили в совет, и там с нами, старшеклассниками, мы это обсуждаем уже, но тут уже и собственное желание появляется как-то связать свою жизнь с госкорпорацией. А с ребятами помладше, просто им Росатом дает такую возможность познакомиться с техническими направлениями, профессиями, чтобы потом было легче определиться. Знакомиться ребята у нас также с вузами, со студентами, там, в первую очередь с вузами МИФИ, но и в том числе там с МГУ, например, Саров у нас тоже ребята общаются, и вот на мероприятии, на котором мы недавно ездили, тоже там студенты приходили, общались с юниорами, рассказывали им про наш новый вуз. И как бы
Цель здесь, наверное, в первую очередь профориентационная. Ну, то есть, когда ребенок видит конкретную профессию и говорит, да, я хочу быть вот в этой профессии, что мне нужно учить, какие нужно получать навыки, и концентрируется, да, в этом направлении. Да. То есть, не просто школьная программа, а вот конкретно вот то, что мне надо. Ну, школьная программа, она сейчас немного скучна, и поэтому ребята, например, у нас разрабатывают сейчас целый проект, посвященный созданию задачам по физике и математике, которые более практичные, более наглядные, которые расчеты которых действительно реальные, можно себе представить, как это работает. И эти задачи они собираются представлять как раз-таки вот педагогам, чтобы те эти задачи в школе их показывали. Mm-hmm. Вот. И поэтому как раз-таки благодаря этому движению вот эта вот школьная физика и математика, она приобретает уже какие-то другие смыслы. Недавно у юниоров Росатома прошло мероприятие, на котором ты тоже присутствовал, была, насколько я знаю, ведущей, да, там сессии. И я вижу высокий уровень внимания со стороны руководства госкорпорации, то есть Алексей Евгеньевич Лихачев непосредственно там присутствовал, вот вы непосредственно ему докладывали, да, результаты вашей работы на этом конференции. Да, это было все в рамках AtomSkills. AtomSkills, точно. Да, межотраслевой чемпионат для сотрудников Росатома, но второй год подряд юниоры там выступают, как, возможно, амбассадоры движения Росатома. Дело в том, что все это проходит в Екатеринбурге, и вход туда абсолютно открытый, приезжают со всей России люди, студенты, молодежь, семьи, гуляют, смотрят на то, как там проходит сама конкурсная часть чемпионата, как там по разным компетенциям соревнуются, а юниоры им представляют Росатом. И в этом году наш трек назывался «Вектор открытий», был посвящен ученым. У нас было 12 площадок про разных ученых, интерактив, там разные игры, которые нравились взрослым и детям. И вот на протяжении 5-6 дней вот юниоры там прям работали, была своя даже продукция, мерча подготовлена как вознаграждение за участие в этих станциях. Вот. И люди действительно приезжали, участвовали, и с Росатомом знакомились, и смотрели, как чемпионат проходит. А что касается взаимодействия с руководством, дело в том, что сам Совет юниоров Росатома в 2021 году в декабре создавался по инициативе в том числе Алексея Евгеньевича Лихачева, директора. И поэтому на протяжении всего этого времени ребята, ну, мы с ним общаемся, рассказываем о нашей деятельности и получаем от него поддержку и советы. В первую очередь курируются корпоративные академии, вот, и там тоже нам выделяют и средства для реализации наших инициатив, и наставники у нас там тоже работают, с нами постоянно сотрудничают уже на протяжении многих лет. Ну, вот юниоры туда поехали, наверное, с родителями вместе, или нет? Ну, с нашими родителями, которые как раз-таки работают. Да. Поехали у нас ребята разные, возможно, от 13 лет там, и студенты, то есть где-то до 20 включительно. Вот. Полностью самостоятельно, как отдельная организация, 90 человек у нас там было. Вот. И вот эти несколько взрослых людей несли за нас ответственность. Но самое главное, что начиная с февраля, с марта этого года, вот на протяжении этих месяцев, все работали в онлайн-формате, разрабатывали свои площадки, идеи, рисовали, как они это выглядят, искали средства, искали, кто будет реализовывать эти идеи. И вместе с наставниками вся вот эта работа потихонечку шла. То есть это было сделано детскими руками, детскими мозгами, так сказать. Вот. И наставники только помогали, направляли. А так вот это вот взаимодействие с разными дивизионами Росатома, которые партнерами выступали, взаимодействие с различными сотрудниками, мы их называем еще ВИПами, которые приходили, например, давали интервью. Это очень важные директора, которые там не найдут время на то, чтобы дать интервью там просто прессе, а вот юниоры там смогли с ними договориться, чтобы там полноценное интервью дать, причем еще в очень интересном формате. У нас в этом году тоже была отдельная медиаплощадка, трансляции оттуда были. Вот, и прям кто-то уже из сотрудников Росатома с юниорами давно знаком, а кто-то вот в этом, мы называем это ТВ-куб, кто-то там впервые только знакомился с движением. Вот. Но при этом о юниорах я знаю, что все очень положительно отзываются. Понятно, что инициатива по большому счету идет тут сверху несколько, да, то есть это вовлекают детей с закрытых городов, я так понимаю, да, из всех, не только закрытых, из городов присутствия Росатома. И не только из них, много ребят из обычных городов, которые просто по собственному желанию вступили в движение, начали развиваться, и вот сейчас они в Совете. Но давай поговорим немножко про Саров. Насколько интерес есть развивать эту площадку здесь?
Дело в том, что в Сарове у нас с любыми начинаниями очень сложно, что скрывать, и поэтому нашу организацию воспринимают как какую-то новинку, пока не очень, наверное, верят в то, что что-то будет, но уже 19 мая на Дне Пионерии мы с ребятами решили выступить, сами сделали стенд как раз информационный про свое движение и сами придумали игры. Игры про саровских ученых, про саровский МНЕФ, игры там в формате мема, в формате там угадай дату, и вот ребята разного возраста с родителями 19 мая у нас на площадке этого все играли. А вот, говоришь, мы с ребятами. А сколько сейчас человек в Сарове увлечено этим движением? Прям, наверное, точное число не назову, но до 10 человек точно прям вовлечено. Прям, актив такой. Да, отвечает на сообщения. По официальным спискам может быть больше, но мы просто пока что ребят, которые молчат, ну, не угоняем. Возможно, лето, возможно, экзамены, и они еще посмотрят, очнутся, потому что изначально вот именно процедура попадания в Саровский совет юниоров, она была немного сложна тем, что выдвигали кандидатов от школ, самых лучших ребят, а ребята пришли, им по итогу это оказалось неинтересно, потому что никогда общественной деятельностью не занимались и, как и все, забоялись этого. А есть те, кто как бы всю жизнь был в школе там технарем каким-нибудь, сидел спокойно, там пятерки получал, и вот они теперь в нашей организации немного по-другому живут. Ну, давай вернемся к Сарову. Какие планы, на какие перспективы вообще? Какая площадка будет или, может быть, она уже есть? Мы с ребятами пока что все общаемся, все делаем в дистанционном формате. Ну, у нас тоже есть какие-то очные встречи. В первую очередь мы должны будем те проекты, которые были разработаны в Совете юниоров Росатома, реализовывать у нас в городе. Проекты там совершенно разные. Есть проект, связанный с организацией арт-фестиваля в городе. Проекты, вот, связанные с задачами по физике и математике. Я думаю, для нашего города это актуально как никогда. Вот. Есть проекты, посвященные тоже погружению в различные профессии современные. Пока что мы с ребятами еще не определились, нет точного плана работы на июль-август, потому что мы с Артемом, как главный куратор, выпускаемся и будем уезжать из города поступать. Вот. И поэтому сейчас будем много думать над тем, вот как, начиная с сентября, будет наш совет существовать. Девочка одна из совета поехала вместе с нами в Екатеринбург на Атомскиллз. Мы ее полностью погрузили в движение. Ей очень понравилось, поэтому мы думаем, что вот конкретно она уже станет новым лидером этого совета. Вот. А мы уже с Артемом перейдем в студенческое движение «Росатом». Оно тоже уже скоро будет создано. И в Сарове, я думаю, что в первую очередь вот в сентябре, в октябре будет еще комплектоваться совет. И 100% появятся дела, может быть, благодаря вот именно сотрудничеству с предприятием, появятся какие-то общие инициативы. И совет у нас в городе существует при главе города. Вот. И, возможно, тоже от него будут какие-то просьбы, где помочь, как выступить, потому что у города есть запросы, где вот действительно нужна там активная молодежь, и мы в первую очередь хотим в этом участвовать, себя показывать. Нет такого сожаления небольшого, что хотелось бы, может, остаться и продолжить? С этим все очень сложно. Сейчас мы будем решать, что делать со студентами, потому что в этом году из Совета юниоров Росатома очень много ребят выпускаются. Хотим развиваться мы, вот сами выпускники Совета в сфере наставничества, и уже оставаться Советом не как члены Совета, а как его наставники. Ребята помогать, потому что у меня, например, много опыта в медиасфере, я готова там помогать пресс-службе Совета с этим. У других ребят, которые собираются вот получать техническое образование, у них уже вот благодаря, может, обучению на первом курсе, они уже побольше знают и прям могут какие-то профессиональные советы ребятам давать. И собираемся создавать студенческое движение при госкорпорации как раз в первую очередь для того, чтобы определить нашу судьбу и для того, чтобы наш потенциал дальше реализовывать. Чем это студенческое движение будет заниматься, пока что еще все только решается. Вот на Атомскиллз в июне была предложена инициатива, сейчас это будет все дорабатываться, упаковываться. И мы планируем вот выпускниками, которые, вот, получается, официально до декабря будем числиться в Совете, а дальше уже должны будем менять свою траекторию, вот, потому что уже будем студентами. Ну и тут получается так, что замкнется линия, да, то есть если я знаю, что вот на предприятиях практически везде в госкорпорации есть советы молодых ученых и специалистов, сейчас мы говорим про совет юниоров Росатома, и где-то вот посередине между ними студенческая скамья, да, где пока есть некий вакуум такой для молодых людей с точки зрения вот именно росатомовского продвижения. То есть это вот ваша задача на ближайшие, там, сколько, 5 лет, 6 лет? Ну, не побыстрее,
ближайшие полгода. В Сарове с этим уже чуть проще. У нас у ребят из МГУ Сарова свое движение, своя организация существует, и они уже проводили мероприятия. Uh-huh. Причем они очень горячо любят Саров, несмотря на то, что кто-то, возможно, в нем здесь всего лишь там 2 года, и потому что вот только-только магистратуру поступили и закончили ее уже. Вот. Но уже они проводили там, я знаю, и квартирник, и еще молодежные другие мероприятия, концерты. Вот. И они уже прям, да, у них вот видна эта линия, что и студентов, которые имеют активную общественную позицию, вот эту их организацию, они плавно перетекут с этой же позиции уже и во ВНИЭФ, и там тоже вступят в совет и будут дальше продвигать свои вот эти инициативы, потому что ребята из МГУ Саров собрались, они очень такие инициативные у нас, горячие, молодые, и им интересна не только наука, оказывается, а им еще очень интересен город, они хотят ему помогать. Ну, я про себя скажу. Мне не безразлична твоя судьба, будучи так, как ты у нас стажировалась больше года, наверное, даже, может быть, даже 2, да, вот в том числе в журналистике. И такой личный вопрос. Куда ты собираешься поступать, какую профессию осваивать в связи с этим? Я хочу получить полутехническое, полуэкономическое образование. Возможно, это будет направление бизнес-информатика. Возможно, я уйду в рекламу и связи с общественностью, что ближе к медиа. Буду сейчас смотреть на вузы, куда меня примут, куда не примут. Но я сдавала в этом году математику профильную, сдала на хороший балл. И поэтому появилась такая вот идея, что нужно что-то полутехническое в этой жизни иметь в плане образования. Да и оно более актуальное. Тем более, если я собираюсь там дальше свою жизнь связать с госкорпорацией «Росатом», перед нами будет, будут открыты многие там предприятия и дивизионы, вот именно если мое образование будет вот с частичкой IT. Ну, понятно. То есть нужно все-таки соответствующий диплом, да, для того, чтобы работать в госкорпорации, На самом деле, это стереотип, что там нужны только там инженеры и физики, ядерщики. Очень много там профессий, связанных и с, вот, например, меня тоже привлекало, ребята там работают, которые связаны именно с общением с молодежью, которые связаны с проведением конкурсов для молодежи. Вот наши даже наставники, они же в первую очередь уделяют время нам, а уж потом каким-то своим там росатомским делам. Тоже очень интересная сфера, но все равно как бы Росатом очень сейчас новый бизнес Росатом, очень интересно вот смотрю на них, и они все связаны все-таки с техническим образованием и с профессиями в этой сфере. Через свой опыт, через опыт общения со своими родителями, может быть, есть какой-то совет, как настроить детей на общественную деятельность, на участие в общественных организациях? Как родителям подтолкнуть ребенка хотя бы даже к волонтерству? Это все очень сложно, потому что есть дети, которые сами как-то приходят в общественную деятельность, а есть тех, которые действительно заставляют в школе родителей, на них очень тяжело смотреть, когда их там в добровольном принудительном порядке приводят за ручку на мероприятие, они там сидят с ужасными лицами. Это действительно все очень сложно. Вообще, мне кажется, у каждого ребенка где-то внутри живет вот это желание показать себя, там проявиться на публике, это абсолютно нормально для подросткового возраста. Вот. Главное, возможно, правильно подобрать общественную организацию согласно интересам ребенка. Вот. И делать это ни в коем случае не против его воли, иначе это будет все очень некрасиво и ужасно даже по отношению к организации, что они как бы надеются на человека, который к ним пришел, а у него по факту никакого там желания нет. И я знаю, что у нас в школе, у каждой школе есть наставники, вожатые, педагоги. Это люди, которые всегда будут заинтересованы в том, чтобы кто-то приходил в организацию, и они помогут именно вот ребенку выбрать тот путь, который ему будет интересен. Там предложат разные акции, конкурсы, там экологические, патриотические, там медиа, и будут вот вместе с ним за ручку... Искать этот интерес, да? Да, за ручку вести дальше вот уже городскому, там, областному уровню, всероссийскому. Ну, то, что касается родителей, мы с тобой обсудили. Какое напутствие ты могла бы дать выпускникам и ученикам наших школ? На самом деле, пройдя такой длинный путь, длиной в 11 лет, хочу сказать только то, чтобы никто ничего не боялся. Даже в 11 классе есть примеры успешного опыта, когда ребята меняли свою сферу деятельности, понимали вдруг резко там в декабре, да, что они хотят заниматься физикой, хотя все это время, например, увлекались обществознанием. И школьная жизнь на то и дана, чтобы постоянно себя в чем-то пробовать, в чем-то искать, пытаться получить музыкальное образование, художественное, а потом, возможно, попробовать себя в спорте.
Поэтому я желаю как и старшеклассникам, так и ребятам средних, младших классов пробовать себя везде искать. Саров в этом плане очень удачный город, потому что очень много здесь и секций, и различных школ дополнительного образования, репетиторов, и сам уровень образования здесь высокий, поэтому есть все шансы, чтобы успешно проучиться, сдать экзамены и поступить в вуз мечты, и потом работать там, где захочется. Что ж, спасибо большое, Ульяна, это было очень интересно, и вот это вот напутствие, ну, наверное, это искренние слова, действительно настоящая правда, потому что действительно наш город дает все возможные площадки для того, чтобы молодой человек себя раскрыл и начал заниматься тем, чем действительно хочет. Что ж, я тебе желаю успехов в учебе, в выборе своей профессии. Друзья, с вами мы увидимся через неделю, и до новых встреч, до свидания. До свидания.